Всем привет, всем здравствуйте! Вы с Ириной Якут в Америке, и на моем канале мы рассматриваем сумочки, часики, аксессуары всякие и немножечко еще какой-нибудь ерунды. И поскольку у нас тут толком много сумочек на скидках нет, а мне скучно без вас, я хочу вам показать часики в нашем деревенском TJ Maxx. Я посмотрела, там самые приличные, это только Michael Kors. И немного там чего-то еще я захватила. Предлагаю вашему вниманию посмотреть. Там в основном женский Michael Kors и трое мужских, и что-то там еще. Так, напоминаю, что цена, которую я озвучиваю, когда смотрю на часики, это цена на ценники со скидкой. От 65% приблизительно уже скидка в этом магазине от оригинальной цены. Я озвучиваю скидочную цену окончательную. К этой цене я оплачиваю налог 6%, когда я расплачиваюсь за эти часики. Для того, чтобы я отправила их вам, мой интерес составляет 15%, но не менее $15 за одни часики. То есть, ну там посмотрите, то есть если стоимость набирается, вы там несколько купите больше 100, то, конечно, мы процент посчитаем. А если вдруг какие-то одни недорогие часики, то мне, чтобы с ними возиться, упаковывать, покупать коробку, ездить на почту, будет выгодно только если не меньше $15 будет мой интерес на одни часики. И доставка в $30, одних часиков мы укладываемся. И даже укладываемся двое часиков в $30. И иногда, если не тяжелые коробки, а у Michael Kors, ну, в принципе, да, у Michael Kors тоже, нет, уже будет $40. Вот трое часиков уже будет $40. Но в $40 можно приблизительно 5 часиков вложить. Поэтому, ну, доставка не супер дорогая, тем более для Michael Kors, который в России очень дорогой и популярный, но никто не уверен о его производстве, где он производится, то здесь как бы мы хотя бы спокойны, что этот магазин, который забирает товар только с магазинов, которые имеют договора непосредственно с компанией Michael Kors, и поэтому подделок здесь быть не может. Ладно, добро пожаловать. Так, и только вам сказала, что только Michael Kors, и вот они нашлись сразу, только что появились, принесли двое часиков. Смотрите, коч. Ну, они такие прям нежненькие, маленькие. У них цена была 175 оригинальная, и сейчас 69,99 цена. Кожаный ремешочек, вот такая вот прелесть. Только их вот появились. Но вот такие мы до этого видели часики. Стоимость тоже 70, 69,99, значит, стоили столько же. Часы женские Michael Kors, $70. Очень приятные, не крупные они. Вот такой браслетик под золотом. Thank you very much. It's same, no, little different. Здесь ремешок пошире, как вот у тех. А так похож вот этот циферблатик. А цена 70, 69,99. Thank you. I'm sorry, I can't one. Вот такие женские. Красивые. Всего 60. Thank you. Так, это желтое золото, 80. Thank you. Тоже желтое лимонное золото. Стоили 225, сейчас 80. Ой, какие приятненькие. Ой, I'm sorry. Так, 60. Смотрите, какая прелесть. Так, вот такие. 65. Вот это вот розовое золото, а вот это лимонное золото. 79,99. $80.
Thank you. Так, 150 они стоили, красный ценник 52 сейчас. Okay, thank you. Это кожаные ремешочки у них. So this 50 долларов. Sixty. 59, 60, значит, долларов. Thank you. Ой, смотрите, какая прелесть. Красный ценник 64. Thank you. 96 на красном ценнике. А стоили-то они, вот смотрите, 325. Это вот желтое лимонное золото. Thank you. Вот такие серебряные часики. 80. Там кристаллы. Thank you. Эти тоже 80. Вот эти небольшие такие прям приятные. Так, вот эти крупные. 4,5-5 сантиметров будет объем. 69, 99, 70. Почему-то в женском отделе, но похоже на мужские. It's for woman? Yes? For woman? Maybe for men? I can't tell. Да, мы тоже не знаем. Так. 96, 70. 69, 99. Это 70. Thank you. Ух ты, какие они классные. Такое розовое золото. Нет, не совсем розовое. Вот оно такое, какое-то среднее желтизны. Не как вот мы привыкли к нашему розовому. 80. Потому что вот там больше циферблат. Розовее чуть-чуть. Thank you. 100. 80. Так, такие с ремешочком 60. Там такая кружка стеклянная, как вот у кристаллов. Thank you. And this. Only Michael Kors. We ask them because Skygen we don't do check, okay? Oh, and this beautiful too. Так, у этих пластиковый, силиконовый ремешочек. 80. Thank you. И эти 80 тоже. Вот они 250 стоили. Такие комбинированные, серебряные с розовым золотом. И из мужских всего вот эти 130. Вот такие вот серые. Браслет такой металлический. Крупненькие они все. Thank you. Это я Майкл Корс вам показываю, потому что о, этих 88 красный ценник. Стоили 295 раньше. И на ремешочке тоже есть Michael Kors. На кожаном ремешке. Вот такие красавцы. Сейчас цену узнаем. 100. И
Из мужских здесь интересного только Мавада. Вот прайс он Мавада. Это швейцарские часы, очень дорогие, которые $700. Они раньше стоили 180, вот они 179,99, а раньше, я сейчас вам покажу, чтобы я вам не была голословной. В этот first price. О, вот, it's here. Вот, you see this? That's how much they sell it for. So they sell it for $550, we sell it for... О, красный ценник 149. Не, это значит не эти 700, эти чуть-чуть поменьше. Сколько вот здесь? Я не разглядела, извините. Те, значит, чуть-чуть другие были. Вот такие швейцарские Мавада. Ну и все, всем пока-пока. Сейчас сама посмотрела то, что я вам показываю. Я там везде называю золото. Желтое золото, розовое золото, серебро. Естественно, это металл с покрытием под желтое золото, под розовое золото. Цвет, я имела в виду цвет, не название покрытия. Вот, это ювелирный металл или бижутерный металл. Как это правильно называется, когда используют этот металл для изделий? И сейчас вам еще буквально парочку фотографий прикреплю из тех, которые не вошли в видео. Потому что, ну, видимо, девочка мне решила, что мы уже закончили, а перед этим я сделала несколько фотографий на других часиков. И смотрю, вроде бы они не вошли. Вот, и как бы тогда уже закончим. Извините, опять попрощалась раньше времени. Вот эти часики, они с розовым ремешочком и дополнительным браслетиком. Его там не видно. Они стоили 120. Вот эти часики 80 на ценнике, но думаю, что они мужские. Черный кожаный ремешочек. Эти часики с кожаным ремешочком $55 на ценнике у этих часиков. И последние с тремя цветами кожаных ремешочков на ценнике у них 80, там 79,99.